Более сотни предписаний за некачественную уборку снега во дворах и на прилегающих территориях магазинов, торговых центров и офисных зданий выписано в ноябре. Ситуацию в городе инспекторы административно-технического отдела администрации города мониторят ежедневно. Сегодня проверка прошла в районе улицы Ленинградской. Видно, что следы сгребают, территорию очищают и все выводится сюда. Поэтому надо все это убирать, снег, и вывозить. По закону в течение суток после снегопада такие кучи должны быть вывезены. Чаще всего бизнес следует этому правилу. Но случается, что огромные сугробы могут оставаться на парковке целую неделю. На придомовых территориях специалисты административно-технического отдела следят за качеством уборки пешеходных дорожек, парковок, проезжей части. Но и в тех, и в других случаях не обходится без нарушителей. За предыдущий месяц было составлено более 120 протоколов за нарушение правил благоустройства города Вологды. Это в отношении любых хозяйственных субъектов, включая управляющие организации, предприниматели, ведущие деятельность какую-то там, физических лиц и так далее. Чаще всего и управляющие компании, и представители бизнеса оперативно реагируют на сигнал и устраняют свои ошибки. Ну а тех, кто игнорирует закон, штрафуют. При этом санкции могут достигать 50 000 рублей. Алена Закатаева, Максим Ташковец, Вологда Портал.